Всем привет, тихо, Паш, всем привет, подписчики, с вами, как всегда, я Никита, и сегодня пришла, ну, вот это, прямо сейчас, и смотрю все, господи, как же все непонятно, что это, я не понимаю ничего, вау, Норд Пол, посмотрю на апдейт лог, там чего-то получится, посмотрю на апдейт лог, да. Стоп, это козёл Титан Тивимен какой-то. Козёл Титан Тивимен. Такой туалет ледяной. Вот такая вот штука. У меня три кейса. Сколько? Раз, заберем костик. 465 гемов. Пас не добавился. Пас добавился. А? Пас добавился. Так, монеток никого не привел. Какие-то коктейли. Жди, я еще это там... Это на удачу. Успокойно. Да, никого нового нету. У меня 7 монет. Успокойно, нету. Не, на подписчике первый обзор. Стоп, что? Что? Только икры-то не убрали. Их можно заработать еще. Нет. Купить за робоксы можно. Вот так. А, они нажимаются. Че, их можно купить? О, куда? Обалдеть. Разработчики, баг, исправляйте. Это опять же линия, которая оставилась, только ее сделали ледяной. Крисмас ивент, посмотри вот это. Миссии есть. Миссии. Так, дестрой 500 туалетов. Плюс 500 XP и 50. Так, XPA, зачем мне? Пас не добавился. 500 XP, пас добавился. Нет. 9% на шефа ти... Паша, скорее всего, мне будет... Я, скорее всего, выбью этого. Это Гудли. Титан Пресентмен. 5000. Стоп, сколько? За 0.5. Паша, у него 25 тысяч урона сплэшем и ауе. У него ауе урона сплэш. Это и он Гудли. Это... А, я помню, знаешь, что я помню? Еще нету ни... Паша, знаешь, кто, у кого есть экзисты? Есть только 5 экзистов, эльф, камерамон. И никого больше нет экзистов. Никакого я не знаю. Обалдеть. Что это? А, это лаки буст, это коин буст. Гемы можно покупать. Прикольно. Миссии. Ой. Ладно. Паш. Пас. Господи. На первой локации это пас. А где там юниты? Так жди, чего у меня не проматывается? Проматывай. Короче, неважно. Пойдем в карту. Пойдем в Норд Пол. Ну да, вот. Пойдем в Норд Пол. Норд Пол, пойдем. Ко мне. Заходи. Все подписчики. Оценка и квестики пополним. Я не знаю, какие. Я слышал, знаю, что там будет. Я все слышал про них, что ты есть. Какой-то... Так я тебе его только что показывал. Я знаю. Так, спамимся. Для начала надо понять, где мы, что происходит вообще. Так, это наша база. Два спавнера шкибидишников. Так, первым делом фермы. Ферма. Сколько? Просто интересно. Просто посмотри на ХП. Где? Да здесь. Уже быстрее тебя посмотрю. 400. А я думал, может, 200. Ой, 300. Я ставлю еще одну фермочку. Я не знаю, что делать просто. Ну, не знаю, ставь кого-нибудь. У тебя же есть хотя бы кто-нибудь. Хотя бы кто-нибудь. А, блин, мы тебе забили Дарка, вы эти спикермены. Ладно, пофиг, хайбет. Ты правда... А, нет, ты хорошо поставил, но все волны будет задевать. Я пока буду на фермах. То есть надо квесты выполнять. И получается за это кейс. Не кейсы, а прокачивать пас и получать за это штучки и кейсы, да. У меня 4 фермы, я, наверное, сейчас буду ставить кого-то. Наверное. Кого же ставить? Так, ну, карта сама очень, кстати, красивая, очень проработанная, очень красивая. Помогите, о, вылез. Карта сама очень красивая и прикольная. Ты на автоскипе? Да, пока что. Может, я не знаю, что ожидать от этого режима. Вот что, 500 монет. Прокачечка шефа. Это шеф уже махал. Молодец. Так, я просто пока не понимаю, как это режим. Мега сложный, не мега сложный. Два спавнера. Значит, не прям мега сложный. Так, вот не хватает. Вот я не думаю. Так, ну у меня тут шеф стоит. Это там. Есть санс, что сложный, я санс, что не сложный. Нет, он сложный 100%. Может, ХП 400.
Санта Воркс. Воркшоп. Ага, то есть магазин Санты, типа? Нет, типа, наверное, станция. Либо станция, я не помню, кстати. По-моему, это, да, переводится как станция. Слушай, я не вижу, как быстряки замедляются, потому что мой их убивает за два удара. Слушай, твой бедный, потому что он не будет достать до второй волны, потому что мой будет быстрее всех убивать. Сейчас он качечку задеет. Он просто всех... Так, я пока на фермах буду продолжать. Да, я пока на фермах. Здесь уже 50 волн? Я не знаю, может, блин, здесь их 100. Я не знаю. Так, ну, мне лично уже все нравится. Уже мега прикольные. Вот сейчас мы такие, вау-вау-вау, что это такое, где мы заспавнились, как это... Это все очень прикольно, а потом это будет уже не прям таким было прикольно. А если ты скрежет? Уже пошел? Уже, да. Дети. Вот дядя. А, Рио. Сколько у него хп? 28к? А не много ли? Много. А это что, ученый ТВ? На 25к сдержит. Слышала, стоп, что это за взрывы такие? От моего. Откуда? От шефа. Это шеф? Это не может быть шеф. Шеф пиццами кидается, они не могут так громко. А будет это как пуля. Блин, но обновление мне уже очень понравилось. Очень прикольно. Стоп! Угу. Еще 50к сдержит. Шеф тебе меньше. Какой бы я может титана камерамена поставить? Хотя ему надо много прокачек, чтобы он стал новый. Очень. Так, мне еще 1000 и Санта... Ой, шеф тебе меньше будет прокачан. Просто я хочу как можно скорее хотя бы один уровень пас или что-нибудь. Так, ну прикольно очень. Обалдеть, это реально шеф. Я не знала, что он так громко и как пули. Не знала, что он так прям как пиздуш. Я не знала, что он прям так страшно, так прям громко, там как прям фух. Я не знала, что шеф так стреляет. Это выстрел пистолета, а у него пиццы. Они взрываются. Паша, прокачай. Не, ну они взрываются, ну. Я вообще не могу. В смысле? Тогда ставь еще одного. Уж у нас тут беда маленькая. Усыпили. Красавцы. Красавцы. Твоего усыпили? Угу. Плохо, плохо. Двоих. Ужас. Ставь... Ближе к моим, у меня тут место есть. Смотри, куда доходит место моего камеры репайра. И ставь туда. Попробуем, да я хотя бы какой-нибудь вам выдать. Ну, за меня, значит, за я. Блин, прикольно, новогодняя обнова. Угу. Мы на 17-й волне уже. Пока держим. Ну, собственно, вот. Это самый отключательный праздник. Не прям. Ну, что, мне кажется, да. На день рождения стал. На день рождения отмечательно. На день рождения это только для одного человека. Ну, кстати, подписчики, напишите в комментарии, какое вам больше обновление нравится. Вот это новогоднее или с ивентом Хэллоуин? Или с ивентом Турки? Вот напишите в комментарии. Мне вот просто интересно, кому какое больше нравится. Мне пока что больше новогоднее. Но просто шеф вышел в том, мне оно мега нравилось, но... Шеф это юнит, но он из того ивента вышел. Это, конечно, он имбовый, мега прикольный, но не знаю насчет. Самый, наверное, самый прикольный новогодний. Может, он мега прикольный. Это... Я уже хочу скорее один кейс, мы на 19-й волне. Интересно, здесь за что дают, типа... Может, подарки? Нет, не в том, как его... Если ты дошел до какой-то волны, тебе дают много, ну, а, хотя, если квест, допустим, дойти, а, наверное, есть квест, это дойти до 10-го, на 20-й. По-моему, нет. Ну, это долго.
Ну все, одно так много юнитов. Ну, потому что скибидисов не добавляли. А? Скибидисов практически не добавляют. Потому что тут практически все в юнитах. Вот юниты это намного лучше, мне кажется. Да. Ну, потому что скибидисов... То можно было еще придумать. Так. Скибидисов, я честно. Раз, два, три, четыре. У меня четыре шефа, значит, это много. Это очень опасно. Ну, здесь очень сложноватенько. Ну, мы с кем не богаты, так особо, мы ее опасно ездили в России. Ну, слушай, может, мы дойдем до 30-й луны? Вау, ну так красиво замораживает, над ним красивый значок снежинка. Красиво он замораживает. А я слушаю. Слушай, да. Ну я думаю, что, наверное, нам надо уже где-то... Блин, я просто не знаю, зачем я так долго. Мы на 23-й волне уже. Может, мы пройдем? Нет, типа, прикольно было бы. Интересно, пойти откуда, но первый день как-то не то. Я просто не понимаю, зачем. Интересно, какая баталка. А сейчас я хочу другое еще посмотреть, кроме этого. Я тоже. Слушай, давай хотя бы попробуем дойти до 30-й волны. Так и что? Дождись, дойдем. Что весело? Ну, тоже. Что? Мне бы накопить на шефа 8500. Мне нужно такое, одна штучка такая. Такой какой-то кидает, такой подарочки там. Не стану, не буду, не буду. Все. Так он не подарками кидается. Такой, есть какой фен новый. Видишь? Такой не кидается подарками. А что? А, вот, мне нужно все. Короче, Паша обалдел, ему нужна ферма, при этом том, что у него нету титанов. Ферма нужна для титанов или такой. Ой. Сефа, давайте мы сэмба. Давайте мы сэмба. Я коплю 1500 на прокачку моего инда. Молодец, хотя у нас, а мы, наверное, нет, да, нет, давай. Давай, один скипи, я его вкачаю, да, шефа, на макс. Да, на макс вкачал, только юнита. Паш, можешь немного звук убрать? Все, у меня один шеф на макс. Опа, вот это очень хорошо, да? Вот этот. Да, это хорошо, потому что не урон. Нет? А? Это хорошо, то, что шеф один на макс. А мы не будем ходить от резин, нет? Мы не пойдем его никак? Только... Плохо то, что камера Рэбайер не прямо успевает. Не надо. Да и я тактику не делаю просто. Так лагает. Может, мы я еще что-то пойдем? Да, лагает, лагает. И на его одном уступе я один на максимуме. Это самое крутое. А, да, она не хочет... Не хочет играть в камеру Рэбайер. Кто вот за мой дотушку новой? Да, камера Рэбайер вообще засыпает. Плохо. Эй, проснись. Тебе на макс хочу. На макс. А, ты не. Слушай, мы 29-го, ну, в принципе, нормально проходим. Ну, типа, это довольно сложно. На макс. У меня 2. На макс 2. Пятом. Так, этого за 4К вкачаю или все-таки копить на следующего еще тоже на макс? Не, мы тут вряд ли будем долго пока справляться. Ладно, попробуй докопить до этого на макс. У нас пробежал один скибидишник. Ну еще у меня тут еще база. У которой... Кстати, я вкачаю этого ученого. Просто подругу. Ну ладно, давай уберу на время. Просто... Но мне кажется, квест убить 500 туалетов я 100% выполнил. Я тоже. И, наверное, еще несколько квестов. Я тоже. Я не могу. Может, один уровень был опасным. Наверное, прошли. Что там, какой будет мифик на последнем? На пасе? На пасе не будет даваться вроде как юниты. Либо будут, я не знаю, даже четко. Так, стоп, если тот козел, так, если тот, который будет Титан Тивимен, который синистрый Титан Тивимен, у него просто штуки, как у козла, я скипну одну волну, я надеюсь, ничего страшного не будет. Зато это ВУЧ на максимум. Еще 250 каха поддержит. Еще будет имбо фигач по 10к нам помогать. Мы? Здесь я. Если мы не сдержим, это плохо. Мне 10 000. Молодец. А ты никого не прокачиваешь. Красава просто. На мозг быстро. Он заснул. С камерой Рэпайром тут мега много засыплялок. Да, все там гора скипдисов у нас пробегает. Я в скипе. Молодец. Мы не пройдем уже. Ну ладно. Ну, блин, ну, мне оценочка карты и всего такого понравилась. Прям лайк. Прям ящик, да, огромный. Ну, карты это прикольно. Обалдеть, как много этих замораживающих. Господи, тут просто тупо все спят. Что за 12? Ну, это прикольно.
Этой карте? Сто из ста. Сто из ста. Ну ладно, подписчики. Будет вторая часть про того, как я смотрю это обзор обновлений делаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.